Всем привет. Андрюха с Сашей пригласили в гости. Иду в АТБ за пузырем. Мария, твой дом. Взял себе пивка львовского. Думаю, вечер удастся. Здесь меня должна встретить Александра Романовна. А вот она, смотрите, что делает. За мной таксо. Ты сама? Привет. Привет. Романовна пошла открывать ворота. Ночка сегодня будет веселая. Но Андрюха Скотт, наверное, уже напился. Да, Андрюх? Маленькая интеграция, ребят. Смотрите, это сестра моей супруги. Вот такие вяжет прекрасные сумочки. Просто обалдеть. Покупайте, обращайтесь. Ссылочка в описании. Меня все ждут. Ну что ж. Андрюха, ты попадаешь в блог, сразу говорю. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер, Аня. Максим. Приятно. Максим, здравствуй. Андрей. Привет, привет, дорогая. Привет, привет. Вы все болеете, девочки? Да. Ну ты Боник, Боник, Боник. Круто. Собака, ты кто? Ты чья? Виноградник растет. Немножко поснимаю, где мы сегодня будем отдыхать. Это будущий дом Славика и Иры. Огородик. Круто все строится, все делается. Постройте, приеду к вам на месяц. Кстати, могу тебе недорого согнуть перила на работе. Классно. Не нужны? Но ребенок может свалиться так вниз. Нет. Кто ты, сказочный персонаж? Ух ты, как тут красиво! Это ваш домик? Да. Обалденно, глянь. Андрюха, ты делал? Да. Андрюхе зачет. И мне так сделаешь? Только сначала домик купи, пожалуйста. Офигеть. И пахнет деревом просто круто. Два окошка без сквозняка. Ну а тебе нравится, принцесса? Да. Да, круто, круто, круто. Ну что ж, пойдем вниз, только ты когда спускаешься, аккуратно, хорошо? Ты уже сама спускалась? Да. Будь аккуратной. Потому что очень опасно. Не опасно. Опасно, Андрюха, мог бы хотя бы их проволокой как-то скрутить, я хрен его знает. Я сюда приехал, чтобы туда, наверное, уже плохо видно. Ну, в общем. Короче, буду пьяный, выйду на связь. До свидания. Вот это вот пятно по центру, это луна. Идем за добавкой. Беру пивко. Первый пошел. Подпольное пиво, блядь. Плохо видно, но все же это нужно. Что такое? Саш. Ты что тут бульдаешь? Ты не представляешь, какое там небо, Саш. Я видела. А я не видел. Это ты? Это я. Ира, привет. А теперь Славик, привет. Славик, привет. Ну, это последние твои слова. Да? Чтобы они были на записи. Все, давай, спокойной ночи. Закрыла халабу. Оценил бы, Андрюха, ремонт делал. Андрей, я только зашел и сразу оценил, чтобы руки, блядь, крюкины. Заходи сюда. Максим, да. Макс, блядь, выключи свет. Доброе утро, движ. Короче, хреново просто жесть. Смотрите, с кем я спал. Боже, кружка, что тут делаешь? Боник, это ты? Твоя кружка? В общем,
А по лицу видно, да, что погуляли знатно. Не знаю, буду что-то снимать еще или нет, но, мама, не горюй, мы далеко пойдем. Короче, не могу встать. Башка просто раскалывается. Вчера погуляли, дай дорогу. Маленький обзор комнаты. Кладовочка скрытая. Можно хранить консервации. Вон, Славик занимается деревом. Короче, вот второй этаж. Очень опасно, потому что деревяшки никак не прикреплены. Вот он, блядь, сидит, сука. Домой. А что? Ну вы ж не хотите мне еще делать? Счастливенько. Только кепку мою найдите, пожалуйста. Слушайте, ну классный домик у вас, ребят. Водичка есть. Наверное, колодец, да? Прикольно, виноград растет. Попробуем виноградик. Тыква и непонятная хуйня. Офигенно. Туалет дырка. Херово, пипец просто. Ленту запустил. Запустил ленту, ребята. Ирка увидит видео, скажет, ты что, блядь, попутал берега. Боня! Такое впечатление, что это ваш дом, и я у вас в гостях. Это наш дом. С самого утра гараж, это жесть. Это утро, а где это же вообще? Все, короче, приехали, побухали, валим домой. Ты что, с дурдома? Вперед смотри. Боже, кому ты помогаешь? Ну что ж, друзья, вот и все такое маленькое короткое видео одного из моих, скажем так, выходных дней. Подвезли меня, друзья, сюда поближе к дому. Сейчас в магазин, баночка пива и отдыхать, потому что ночь была, мама, не горюй. Всем пока.